нас первый всеукраинский турнир среди юных надежд, не старше 8 лет, по стоклеточным шашкам. До этого у нас только чемпионаты Украины по 64 проходили, но это как первый опыт. Тем не менее, он собрал 5 областей, хотя участников было 8. Восемь. Блицы быстрые еще меньше, но 5 областей — это уже какое-то представительство говорит о том, что в этом возрасте необходимо проводить официальные соревнования, тогда будет и большее количество участников, и тренера будут заранее готовиться и знать, что необходимо привозить спортсменов. Значит, ну, перейдем к итогам. В классической игре, значит, у нас были нормы, норма третьего и второго спортивных разрядов, и их, к сожалению, никто не выполнил. А итоги такие. Второразрядники у нас, конечно, первенствовали. 14 из 14 набрал Курилкин Данила, Ивано-Франкивская область. На втором месте Порецкий Лев, город Киев, 12 очков, 10 очков и первая среди девочек у Савинской Заряны, Днепропетровская область. Третья среди мальчиков — Черный Назар, Винницкая область, 8 очков. Купатова Марьяна, Винницкая область, 5 очков. Це друга місце серед дівчат. Кириченко Володимир – 4, Киричок Назар – 3, Голубева Есенія – без очок, однак це виявилось третє серед дівчат. Це такі підсумки класичної гри, підсумки швидкої гри. Перше місце знову Курилкин Данило – 11 очок з 12 можливих, Черній Назар – 9, Савінська Заряна – 8, Курпатова Мар'яна – 6, Киричок Назар – 3 серед юнаків – 6, Кириченко Володимир – 2, Голубева Єсінія – 0. І блискавична гра. В блискавичній грі був матч за перше місце – Курилкин-Черній. І в додатковому матчі Курилкин виборов перше місце. Перше місце серед юнаків, 9 очок, Курилкин Данила. Друге – Черній Назар, теж 9 очок. Третє, ну, в загальному заліку Савінська Заряна. А так виходить, що Киричок Назар – 2 очка. Савінська Заряна – 6 очок, перше серед дівчат. Курпатова Марія – 4 очка, Мар'яна – 4 очка, друге місце, і Голубева Єсінія – 3 місце серед дівчат. А тепер ми переходимо до нагородження. Нагородження проводить державний тренер збірних команд, національних збірних команд України «Шашок», майстер спорту України Ольга Петрівна Біляєва. Класична гра, третє місце, класичні грі у нас зайняв Черній Назар. Парінський Лев, він захворів, тому... Назар, візьми. Тому ми не можемо його зараз нагородити, він вже отримав нагороди. А Курилкин Данила, його запрошує. Чемпіон ще, давайте поаплодуємо. І дівчата. Голубева Єсенія –
третє місце. Грамотку бери. Так, вот уже знает, Павлина, давай. Молодец. Не поймал. Медальку, медальку хочешь? Чемпион Украины Кирилл Кузьмич. Так, все, все, молодцы. И девочки, Голубева Есения, Гусевична Зара. Сеня, хвостики, хвостики тоже не забываем. Конечно. И трехкратная чемпионка Украины Савинская Заряна. Молодцы. Все, молодцы. Родители, тренеры, организаторы. Я много лет так не работала в этой сфере. То есть я работала, но был перерыв. А теперь я работаю старшим тренером сборной. И по своей работе я должна была познакомиться с детками, которые нашими талантливыми детками. Я очень рада, что я впервые в этом городе, в этом клубе познакомилась с организаторами этого турнира и познакомилась с талантливыми детьми. Мне очень приятно, что мы начали такое хорошее дело. Всеукраинский турнир до 8 лет. Поэтому мне хочется пожелать вам успехов, удачи, чтобы этот первый турнир запомнился вам, чтобы в дальнейшем мы болели за вас и вы нас радовали своими успехами спортивной жизни. Ну и вам здоровья и удачи в ваших делах и счастья вашим семьям.